Царство кошек открылось в Иванове. Международная выставка усатых и полосатых проходит в одном из торговых центров города. Сюда привезли более 100 самых разных породистых кошек. Первый день выставки проводится в ВЦФ «Ринг» взрослых и ВЦФ «Ринг» юниоров. Среди них выбирается лучшее животное взрослое, лучшее животное молодое. То есть это может быть лучший котенок или лучший юниор. Также у нас проводится шоу различных пород. Например, выбирается лучшее животное среди мейн-кунов, среди британцев. Также есть дополнительные шоу, например, шоу «Лучший костюм». На выставке можно увидеть ленивых шотландцев, грациозных бенгалов и роскошных мейн-кунов. А на главной площадке кошачьего карнавала проводят так называемый ринг. Питомцев оценивают эксперты. Критерии у всех разные. Тут, как говорится, усы, лапы и хвост. Вот мои документы. Специалисты оценивают то, как сложено тело, насколько красивая у животного шерсть и как поставлены ушки. Это сибиряк традиционного окраса. Молодой котик, ему 1 год и 3 месяца. Вот занимает он очень часто призовые какие-то, ну, первые места на многих выставках. Он очень спокойный, уверенный в себе котик, дружелюбный, ласковый. Привезли на выставку и взрослых кошек, и котят, поэтому посетители могут выбрать и купить домой маленького друга. Но есть здесь котята и совсем не маленькие – мейн-куны, представители самой крупной породы кошек. Они родом из Америки, есть такой штат Мейн. Порода очень давно известна, и, в общем-то, все у них начиналось с того, что их брали в качестве на корабли крысоловы, были очень замечательные. Они, в принципе, и сейчас хорошие охотники. Вот. Сильные, мощные животные, с замечательным, дружелюбным характером, очень мягким, очень ласковым. Необычная выставка работает все выходные. Увидеть кошек королевских кровей могут все желающие. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.